Казанский федеральный университет совместно с Российской ассоциацией бизнес-образования проводит международную научно-практическую конференцию «Бизнес-образование. Вклад в инновационное развитие экономики региона». В ней принимают участие представители государственных органов власти и бизнес-сообщества Татарстана, члены ассоциации бизнес-образования, ведущие российские и зарубежные ученые, руководители бизнес-школы, представители КФУ. На этой конференции сегодня будут затронуты очень интересные проблемы глобального масштаба и регионального, и российского масштаба в сфере бизнес-образования. Для меня это очень интересно, так как сейчас я сам являюсь слушателем программы MBA КФУ. Главная задача, которую должна решить конференция – как сделать бизнес-образование лучше и эффективнее. Президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов отметил, что нужно искать модели независимой оценки качества бизнес-образования. Мы будем обсуждать проблемы качества, эффективности бизнес-образования, чем бизнес-образование может помочь нашей промышленности, нашей экономике. Также гость назвал знаковым проведение конференции в Казани и поздравил наш университет с юбилеем. Я хочу поздравить ваш замечательный университет с его годовщиной. Вот у меня есть такая плакетка. 210 лет Казанскому университету. Я от души поздравляю флагманский университет нашей страны. Большой-большой удачи. В рамках конференции состоялось пленарное заседание и круглые столы. А завтра участников ожидает культурная программа, включающая в себя экскурсию по музею истории Казанского университета. Лиана Санамян, Руслан Уразаев, Универньюз.